Вашингтон Мистикс и Шарлотт Стинг. Полуфинальный матч Кубка летнего АБЛ. И с микрофона Финская не попадает из-под кольца. И Шевцова забирает подбор. Отличный Кононова пас на Здебского. Отрыв из Здебского забивает. Никитина Елена отгружает два. Отгружает подбор и находит Кононова, который разгоняет свою атаку своей команды. Здебская, как известно, Здебская не промахивается. Финскую на дуге. Да, не очень хороший пас на Шитова, но все равно сохраняет мяч. И Дрофинская треху попадает. Да, Лебедяна, она у меня 14-я, 4-я почему-то. Душку принимает мяч. Ой-ой-ой, как уверенно она играет. Но сохраняют они владение. И сейчас снова смогут они 2 очка заработать. Или даже 3 от Здебской. Больше половины очков, мне кажется, она уже для своей команды собрала. Никитина хорошее действие нашитывает. А легко забивает. Удивительно. Рябинчук опять прекрасные действия. Первый забивает. Посмотрим на второй. Сейчас снова Мистикс в атаке и забивает. Лена Дропинская от заборщика кладет, но это тоже 3. Синка и Басова не забивает, но берет подбор и находит Никитину. Там Дропинскую сейчас хорошо движение. Ритунская отличное движение совершает, поднимает соперника и уходит потом в сторону и забивает 2 очка. Очень красиво Даша играет. Лебедь пробежала. Вышла она. Константинова на Ритунскую. Проблемки с реализацией сегодня у Шарлотт. Шевцова легко. Штрафной Здебска реализовывает. Сань, обнови ссылку в группе. Ага, спасибо. И второй. Весенкова находит Елисееву Екатерину. Та на Лебедь. И Лебедь треху попадает. Много там бросков она совершает. В результате Мистикс решает забить. И та это делает в очередной раз в этом матче. А в ответ Лебедь вторую подряд трешу наливает. Видимо, что-то не то она показывает. Просто я сейчас вижу на нашем табле, что табло, что батарейка разряжена. Так, Ритунская на линии трехочковых. Та на Рябинчук. Рябинчук находит Здебскую под кольцом, которая... Но вот поднимает голову и находит Ресенкову. Тана Басанову и в результате Шитова становится чуть-чуть сократить еще отрыв у Шарлотт Стинг. Для этого надо в этой атаке забить. И Елисеева это делает, причем это переосмыслили они, мне кажется, свой баскет, хотя просто начали попадать, в отличие от Мистикс. Но вот сейчас Ритунская. Так, что у нас происходит? Константин находит Ритунскую, то обратно в стеночку они играют. И 2 шага совершает Маша и забивает. Здебская разыгрывает. Ритунская свободную трешу от заборчика. Вот эта связка у нас уже не первые очки набирает. Эта связка... Здебская-Ритунская мы имеем в виду, и Аня Здебская очередные очки записывает на себя и на Мистикс. И второй. Ну вы сами
В этот раз Никитина забивает штрафной. Посмотрим на второй бросок. Второй не забивает. И Мистикс берут побор в защите. Зевская убегает. И отличный евростеп. И два очка. Очень хорошие. Главное, эффективно. Фременко классно тоже играет. Очень красиво. И забивает два очка. Хайлайтик запишите. Потому что в матче сезона все хорошо. Атмосфера. Все классно. Елена Никитина поднимает соперницу и отгружает соперникам. Здебская. Да, Аня сегодня в огне. Это, мне кажется, в этот раз она не будет выкладывать сториз, потому что она на площадке, телефон у нее с собой нет. Но зато она будет давать точно. Успевает Шарлот Стинг выйти из своей зоны за 8 секунд. Алина Ефременко. Отличный проникающий пас на Никите. Считает она, что фалили на ней под кольцом. Здебская. Очередные. Лисенкова будет треху бросать. И от редкая нерезативная атака Ани Здебской. И Никитина, в свою очередь, в ответ забивает. Потому что батарейка села. И вы сейчас не видите, как Вика отгружает треху. Я давайте я буду голосом озвучивать то, что первую забивает. Вот на вашем экране трансляция снова, я надеюсь. И второй. Лисенкова. Ты не стала заряжать тот новый, который я тебе только что дал? Его не надо ставить. Обратно Алину находит, та идет проход, находит Рябинчук Татьяну, и та со средней очень важные два очка.